С субботы в Самаре начнут работать дачные маршруты, пока в пробном режиме. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в этом сезоне планируют организовать 34 маршрута. Стоимость проезда сохранится на уровне прошлого года. Напомню, автобусы, которые ранее отправлялись с автостанции «Аврора», в связи с ремонтом Южного моста изменят свой маршрут и будут следовать от Хлебной площади. Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября. Все подробности можно уточнить по телефону горячей линии.